Законодательный пакет о налоговой реформе в Молдове вступил в силу. Он предусматривает ввод единой ставки подоходного налога для физических лиц в размере 12%, снижение размера взносов, выплачиваемых работодателями в фонд социального страхования с 23 до 18%, а также удвоение размера личного освобождения с 11 280 до 24 тысяч леев. Кроме того, предусмотрено снижение НДС на услуги кафе, баров и ресторанов с 20 до 10%. Установлен единый ежемесячный взнос 500 леев для таксистов, доходы которых не превышают 10 тысяч леев в месяц. Поправки предоставляют возможность до 20 декабря 2018 года добровольно задекларировать незадекларированное имущество с выплатой налога в 3%. Этой мерой не смогут воспользоваться госчиновники. Кроме того, предусмотрен ряд мер, направленных на снижение давления и стимулирование деловой среды, в том числе увеличение с 2 до 3 лет крайнего срока репатриации валюты по результатам внешних контрактов.